И всем привет, друзья, с вами снова я, Утсмой Геймер. И что ж, продолжаем с вами проходить игру Donkey Kong Country. Погнали. Так, у нас один с вами Diddy Kong, это странно. Где же... А, я же проиграл на том уровне, да? Точно. Тихо ты... Что, тварь, что ли? Ну, слушай, я тебя понял. Я взял... Буковку С. Ой, не С, а Кей. Это было рискованно. Блин, я хотел, вдруг тут секретка. А пчела в итоге случайно словила бочку. Опа, Донки Конг, здорово. На них же нельзя прыгать, да? Ладно. Опа. Слушайте, я рискнул. Я не знал, насколько далеко он прыгает, и я прыгнул. Слушайте, а я везучий. Довольно-таки. Так, бананы собираем. На жизнь так надо накопить, потому что у нас с прошлого адского уровня, блин, нормально так и подгорело. И, в принципе, много жизни мы сами истратили. Как сказать с вами? Ну, я точнее. И что это за издевательство? Классная шутка от разработчиков. Как я туда попаду? А, через верх, наверное, да? Ну-ка. Стоп, а как? Это типа они меня просто так дразнят, да? Ну, блин, такое я лишь... Я такое вообще от Nintendo не помню. Такое только в Sonic'е было. Когда разработчики так подо поступали. А, 52. Тихо. Слушайте, пофиг на эту бочку, пофиг. Как-нибудь побежим. Отлично. Секретка, да? Ну, не такая же секретка. Хотя да, чё тут? А, лягушка, понял. Слушайте, я похоже знаю, как я тут попаду в ту секретку. Прыгнуть лягушкой, да? Опа, нет, я взял разгон. Слушайте, тогда не знаю, кто знает, подскажите. Воу, я сквозь текстуры прошел. Прикольно. Слушайте, прям в рифму, я сегодня какой-то рифмоплет. Так, обязательно нажимать вверх, чтобы он... Ой, какое рискованное место было. Слушайте, один уровень лучше другого, честное слово. Я прям... А, так... Нафиг я мучаюсь? Эта лягушка умеет, оказывается, убивать этих, блин, насекомых. Фу, тогда без проблем. Вообще без проблем. Каких-либо. Вот так вот. Раз и два. Блин, главное попасть. Тут такие хитбоксы тоже. В этой игре косяк с хитбоксами. Большой косяк. Огромный и дымительный косяк. Да. А стрелочка типа на конец уровня, да, указывает? Может там бонус какой-то за то, что мы лягушку сохранили, дадут? Нет? А, нужно катить. Я понял. Слушайте, давайте, чтобы не профукать лягушку. Так, нужно заспавнить, да, эту штуку? Я правильно понял? А она и не спавнится? А, вот заспавнилась. Фух, я уж думал, я провалил. Все, что возможно и все, что нельзя. А куда это ведет? А-а-а! Нет! Ладно, это для тех, у кого нет лягушки, да? Да, нормально. Секретка. Я идиот? Я... Нет, я выжил. Плюс жизнь, отлично. Отлично, классно. А сверху ничего не будет? Нет. Слушайте, я нормально так прошел. Довольно-таки нормально. А, терминал, стой, иди. Хм. Слушайте, прикольное освещение в этой игре. Это чё? Давайте-ка я лучше выйду. Куда я попал? Алло. Чё происходит? Слушайте, если вы не знали, я впервые играю в эту игру, а что делать? Я понял. Типа нужно нажать и пробежать, да? Слушайте, прикольная задумка, прикольная. Задумка-то крутая, только я тупой. Да. Слушайте, сложный уровень, сложный.
Я понял, в чем задумка. Я понял. Слушайте, ну тут, по-моему, получше будет, нет? А эта хрень на меня агрится. А, так я ее убивать смогу. Нет, тут эта штука. А я один. Донки Конг. То есть Диди Конг. Слушайте, это какой-то хоррор прям. Буковка Кей. Отлично. А снизу пропасть, да? Я лучше проверять это, конечно же, не буду. Да, похоже, пропасть. Нет! Слушайте, это сложно. Это действительно сложно. Каждый уровень это какая-то отдельная механика. Интересно. Хм. Ну да, почеши себе макушку. Да тихо ты, не шуми особо. Дай разъясню ситуацию. Можно заранее, не дождаясь, короче, вот так вот делать, да? Угу. Зачем я разговариваю? Тихо, блин. Это все равно ничего не даст. Так тихо говорю, как будто это действительно что-то. Это сложно, это очень сложно. Тут прям механика реальная. Каждый уровень это что-то свое. Практически. Я, конечно, преувеличиваю, но все же. Но я понял суть. Проблема в том, что тут управление еще такое. Не особо отзывчивое, чтобы вы понимали. Да вы серьезно? Слушайте, это сложно. Хочу таки признаться. Это действительно сложно. Я опять все свои жизни, блин. Просто просираю. Нет, он не допрыгивает. И что же? А, так нулевая жизнь тоже нулевая. Окей. Слушайте, а давайте попробуем смениться, а может он сможет убивать этих тварей? Сможет их убить? Нет, похоже. Ладно, Диди Конг. Погнали. Очень потный уровень. Очень. Опасно. Потно. И... необычно. Практически. Ладно, гейм-овер так гейм-овер. У меня еще есть сохранение, так что не так уж и критично. Так что сейчас как раз таки вернемся к тому моменту, друзья мои. Что же, ребят, я снова тут и буду пытаться тогда проходить. Потому что эта штука довольно-таки сложная, хочу признаться. Так. Тут прям таки довольно-таки крутой геймплей. Классно, я профукал обезьяну, причем самую быструю. И прошел за не самого быстрого. Классно. По-моему, я прекрасен на логику. Так. Ой, да ладно. Диди Конг, давай лапу. Ага. Понял вас. Просто впервые все это вижу. Слушай, а может не рисковать? По-моему, это ловушка, нет? Сохранка. Отлично. А его нельзя убить. Окей, понял. Ой, ё-моё, вы чё, психи что ли? А, так я убивать их могу. А в чем тогда проблема ваша, господа? Хм, умно. То есть я так подкатил, что... Ух
Ой, идеально, я это все в первый раз прохожу. Ну да, конечно же. Буковку О я профукал. Ну, я, блин, просто не стал бы прыгать в яму. Я же не псих. Я, по-вашему, на кого похож? Ой, блин, какие тут таймерки. На пофиг бегу. Просто. Я прошел. Ё-моё, вот это уровень. Сохранка. Вот это уровень был. Да-да, я могу помочь вам, обезьянки. Да, сохраняйте свою игру. Ладно. Отлично, ребят. Отлично. А куда дальше я? Ладно, тут уже будет следующая серия. Это Фэнки. И в принципе, я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. Ждите новой серии.